Друзья, я хочу от всей души поблагодарить всех, кто писал мне вчера ободряющие сообщения в директ, кто писал смс, звонил, переживал, волновался, предлагал свою помощь. Спасибо, это бесценно, это просто невероятно. Спасибо, что вы у меня есть. Дело в том, что вчера я отрезала упаковочную пленку, а поскольку женщина я сильная, я решила сильно отрезать себе палец. Перерезала сухожилие, спасибо врачам скорой помощи, быстро домчали меня до больницы, спасибо всем медсестрам, спасибо моему хирургу Максиму Саутину, который все очень качественно пришил, зашил, наложил вот такой симпатичный гипс. И уже сегодня вечером я отправляюсь в горы кататься на сноуборде. Хотя в этом сезоне максимум будут санки. Но спасибо, что живой. Да? И помните, что если вы берете в руки нож, это холодное оружие, и оно может сыграть против вас. Поэтому в 2018-м аккуратненько, с заботой о себе, о близких, рок он. Все будет хорошо.